представить вам... Только что на турнире AFC Ratiborец 5 Егор Голубцов одержал победу единогласным решением над Плаксиным из Украины. Поздравляю тебя с победой. Удовольствие то, что планировал все реализовать. Ну, конечно, хотелось закончить поединок досрочно. И были такие моменты, когда я хорошо попадал, но соперник очень хорошо держит удар. Или, может, я стал слишком легкий, не могу бронить. Но, тем не менее, попадал, и это было моим планом на бой. Я знал, что соперник ориентируется в партере, поэтому, как только борьба переходила на землю, я просто сушил схватку, старался просто подержаться и реализовать себя в стойке. Всем спасибо, кто болел за меня, ребят. Спасибо, Сергей Шумилов и Нергалиев, мои тренера. Ты довольно часто выступаешь здесь, в Екатеринбурге. Если у тебя в ближайших планах выступить в другом городе, где уже не будет такой большой поддержки, где не так сильно за тебя будут болеть? Последний раз я выступал перед этим турниром в сентябре на турнире ACP в городе Волгоград. И там было ровно 2 человека, кроме тренеров, которые меня поддерживали. Поэтому для меня это не в новинку. И я рад любым предложениям, которые поступят. Готов подготовиться и выйти в любом городе нашей страны или за пределами. Легко. Какие ближайшие планы? Ратиборец, ACP или, может быть, другие турниры? Ну, сейчас я открыт для любых предложений. То есть я выступаю на турнирах Ратиборец. Они наши домашние турниры, но всегда отдаю приоритет выступлениям за пределами Екатеринбурга. Поэтому, если будут... предложение. Я очень бы хотел снова подраться в лиге ACP. Если ребятам из ACP понравился мой бой, пусть найдут мне соперника по уровню, чтобы я мог выйти и показать хорошее зрелище. Егор, еще раз поздравляю тебя с победой. Спасибо, что согласился на интервью.